Dites-moi. Но скажите мне. Il y en a partout. Повсюду есть люди. Il y en a dans les rues. На улице. Dans les bus. В автобусах. Dans les voitures. В машине, dans les restaurants. Dans les hôtels. В отелях. Au voisin, dans les immeubles. В магазинах, в домах. Partout. Повсюду. Il y a plein de gens qui veulent améliorer leur qualité de vie. Есть очень много людей, которые хотели бы улучшить свое качество жизни. Tout le monde veut améliorer sa qualité de vie. Все хотят улучшить свое качество жизни. Alors pourquoi ils travaillent pas? И почему же они не работают? Pourquoi on les trouve pas? Почему мы их не находим? C'est de votre faute. Это по вашей вине. Alors il y a certaines choses. Некоторые моменты. Qu'il faut faire. Которые нужно делать. Pour former ces gens. Чтобы обучить этих людей. Parce que les gens. Потому что люди. Il y en a des millions. Их миллионы. Plein autour de vous. Их огромное количество вокруг вас. La seule différence. Единственное отличие. C'est qu'il faut les créer. В том, что их нужно создать. Il faut les former. Нужно их обучить. Il faut les façonner. Нужно их изъять. Il faut en faire des leaders. Нужно из них сделать лидеров. Il y en a plein autour de vous. И нужно их повсюду, везде. Alors, toute la différence, elle est là. И все отличие именно в этом. Alors, la question, c'est comment. И вопрос, как faire, сделать, créer, создать 5 ou 6 leaders. 5-6 лидеров. Comment? Как? Les gens, люди, ils ont besoin de vous suivre. Как люди пойдут за вами? Pour vous suivre, чтобы за вами идти, ils ont besoin d'avoir confiance. У них должно быть доверие. Et ils ont besoin de savoir où vous allez. И им необходимо знать, куда вы идете. Ils ont besoin de vous sentir puissant. Они должны чувствовать вас мощь. Et surtout de savoir ce que vous voulez. И в особенности знать то, чего вы хотите. Sinon, иначе vous suivront jamais. Они никогда за вами не jamais. Пойдут. Никогда. Et c'est pour ça, и именно поэтому qu'il y a des milliers de distributeurs, есть тысячи дистрибьюторов, qui stagnent, которые стагнацию переживают, qui которые работают, но ничего и не делают. 20 кейсов здесь, 20 кейсов здесь, в следующем месяце 5 кейсов, через месяц 30 кейсов, а потом вообще ничего нет. Les groupes, ils s'écroulent. Группы разваливаются. Окей, okay, y a une personne qui vous donne. Окей, okay, есть человек, который. Comme on m'a dit hier, de l'espoir. Который, как мне сказали вчера, дают мне, подают надежду. Et puis, elle travaille pas. А потом они начинают работать. Okay. Ça m'est arrivé. Это со мной случалось. Mille fois. Тысячи раз. Окей, okay. C'est arrivé à Serge Lardy, это случалось à Jean-Marc Ollagnic, à Salvatore Richard. Mille fois. Сальватором, со всеми. Et c'est normal. Раз. Это нормально. Il y a une attitude à avoir. Есть определенное отношение, которое вы должны иметь. Alors on a besoin de 5 ou 6 personnes. И нам нужно 5-6 человек, которые за нами пойдут. Alors en fait, on n'a pas besoin de trouver les bonnes personnes. На самом деле, нам не нужно искать хороших людей. On a besoin de trouver 5 ou 6 personnes qui nous suivent. Нужно найти 5-6 человек, которые за нами пойдут. Et il y en a plein partout. И их повсюду много. Mais comment? И как? Ils peuvent nous suivre. Они могут за нами пойти. Comment est-ce qu'ils peuvent être motivés? Как они получат эту мотивацию? Comment est-ce que le matin à 8h ou à 9h du matin, la première personne qui doit appeler, c'est vous? Как первый человек, которому они позвонят в 8 или 9 часов утра, после того, как только встанут с кровати, это будете вы? Comment faire pour qu'ils y croient? Как нужно сделать, чтобы они поверили в это? Comment faire pour qu'ils avancent? Что нужно сделать, чтобы они шли вперед? Comment faire pour qu'ils nous suivent? Как нужно сделать так, чтобы они за нами шли? Alors comment ça se passe? Как écoutez же все bien происходит? Ce que je vais vous dire, hein? И послушайте хорошенько то, что я вам сейчас скажу. Il y a une frontière. Есть граница. Entre tous les gens. Между теми людьми. Qui avancent pas. Которые не продвигаются. Et ceux qui sont dans la spirale de l'évolution personnelle. И между теми людьми, которые входят в спираль личностного развития. Il y a une frontière. Между ними стоит граница. Elle se passe où? И где же она проходит? Elle se passe au départ. Это происходит в самом начале. И послушайте хорошенько, что я хочу вам сказать. Tout se passe au départ. Все происходит в самом начале. À la première discussion. При первом же разговоре. Au premier entretien. При первом же беседе. Avec une nouvelle personne. С новым человеком. Tout se passe là, все происходит в этот момент. Après, il y a le travail. А потом идет работа. Mais tout se passe là. Но все происходит именно в первый момент. Vous rencontrez une personne, вы встречаетесь с человеком. Et vous commencez à lui expliquer ce que c'est que vision. И вы начинаете ему объяснять, что такое vision. Et tout se passe les trois premières minutes. И все происходит в первые три минуты. Tout se passe là. Все происходит в этот момент. Vous avez tout faux. Или же вы сразу же проиграете, la personne va vous suivre. Или же человек за вами пойдет. Alors, comment ça se passe? Итак, как же все происходит? Écoutez bien, prenez des notes. И послушайте хорошо это и записывайте это. La première chose que vous devez savoir. Первое, что вы должны знать. Lorsqu'on veut sponsoriser quelqu'un. Когда мы хотим кого-то подписать. Lorsqu'on parle à quelqu'un la première fois. Когда мы в первый раз с кем-то разговариваем. On prend un café. Мы пьем кофе. Un café. Кофе. Un café, ça prend 5 minutes. Кофе занимает 5 минут.
On va pas au restaurant. Мы не идем в ресторан. On s'installe pas pour deux heures. Мы не садимся, не располагаемся, чтобы провести человека 2 часа. Vous n'avez pas 2 heures à donner à n'importe qui comme Вы ça. Не можете просто так, непонятно какому человеку, отдать ваших 2 часа. Vous n'avez pas le droit de donner 2 heures à n'importe qui comme ça. Вы не имеете права давать 2 часа незнаемо какому человеку. C'est votre temps. Это ваше время. C'est votre vie. Это ваша жизнь. Et c'est ce qu'il y a de plus précieux. И это самое ценное, что у вас есть. Il vaut mieux que vous soyez avec votre famille que de passer 2 heures avec quelqu'un qui ne mérite pas. Лучше, чтобы вы провели это время в семье с чем человеком, который не заслуживает этого. 5 минут. 5 минут. Et ça se passe là. И это происходит в этот момент. Là. И начинается все в этот момент. Alors, qu'est-ce qui se passe? И что же начинается, что происходит? Qu'est-ce que font la plupart des gens? Что делает большинство людей? Okay. Les gens. Okay, люди. J'ai rencontré plein de gens hier. Я встречался с большим количеством людей вчера. Vous savez ce que c'était les questions? Вы знаете, какие были вопросы? Les brochures. Брошюрки, когда будет продукты, разрешение. Многие незначимые вещи. Tout le monde, все mais en avant, выставляют вперед при разговоре продукты, les kits, киты, les vidéos, видеокассеты, les brochures, брошюрки. Et tout le monde И все именно рассчитывают на это. C'est très bien. Это хорошо. Mais ça, c'est... 5%. Но это 5% du travail. Работы. Ça, c'est rien. Это ничто. Rien. Ничто. Tout le monde peut acheter des produits. Все могут купить продукты. Tout le monde peut acheter des Все видео. Могут купить видеокассеты. Tout le monde peut acheter des brochures. Все могут купить брошюры. Tout le monde peut avoir les agréments. Все могут получить разрешение. Et alors? Ну и что? C'est pour ça que vous devenez des leaders? Именно поэтому вы станете лидером? C'est pour ça que vous gagnez de l'argent? Именно поэтому вы станете зарабатывать деньги? C'est pour ça que les gens vous suivent? Именно поэтому люди за вами пойдут? Dans quel film? В каком фильме вы видели это? Окей. Okay. Alors tout le monde met ça en avant. И все это выпускают вперед при разговоре. Et tout le monde veut sponsoriser comme ça. И все хотят подписывать людей, показывая только façon. Это. Делая так работу. Et vous croyez que ça suffit. И вы думаете, что этого достаточно. Mais tout le monde peut acheter tout ça. Но все же могут купить это. Tout le monde peut acheter un kit. Все могут купить кит. Très facile. Это очень легко. Et alors? И что? Vous devenez pas un leader pour вы ça. Не становитесь лидером из-за этого. Alors, qu'est-ce qui se passe? И что же происходит? Il est évident, совершенно очевидно, que nous avons besoin des produits, что нам необходимы продукты, modern, современные продукты, facile à prendre, легкие в употреблении, de haute qualité, высокого качества, pas cher, недорогие. Okay? On a besoin d'un plan marketing moderne. Нам необходимо иметь современный план маркетинга. Si on commence avec des produits qui ont 15 ans ou un plan marketing qui a 15 ans, on a déjà tout faux, on est déjà en faillite. Если мы начинаем работу с продуктом, которому 15 лет, и с планом маркетинга, которому 15 лет, мы проиграли сразу же. Okay. Mais ça, okay. C'est évident. Но это совершенно очевидно. Sinon, c'est même pas la peine d'essayer de créer une compagnie. Иначе не надо было бы создавать компанию. Alors, vous avez les bons produits. У вас хорошие продукты. Vous avez le super plan. У вас есть прекрасный план маркетинга. Vous avez les brochures. У вас есть брошюры, les vidéos, etc. Видеокассеты, все киты. Okay. Mais... Но... Ça marche pas comme ça. Так-то не идет дело. Ça, vous l'avez. Это у вас есть. Et vous pensez que en montrant les agréments, и вы думаете, что показывая разрешение на продукт, vidéo, просто так поставив кассету видео, quelqu'un va vous suivre, человек за вами пойдет, quelqu'un va être motivé pour travailler, человек зарядится мотивацией, чтобы пойти за вами, ça se passe это происходит entre vous между вами et une autre personne. И другим человеком. Il vous en faut 5 ou 6. Вам нужно 5-6. Ça se passe entre vous это проходит между et вами une autre personne. И другим человеком. Alors, vous avez tous les outils, vous avez les produits, у вас все инструменты, видеокассеты, продукты, все. Et qu'est-ce qui se passe? И что же происходит? Vous commencez à parler avec quelqu'un. Вы начинаете беседовать с кем-то. Vous lui expliquez. Вы ему объясняете. Et à 100%. Есть 5%. Comme d'habitude. Как и всегда. Il y a une objection. На 5, точно совершенно 95% возникнет какое-то возражение у человека. Objection. Возражение. Ça, c'est obligatoire. Это обязательно. 100%. 100%. Il y a 1,62 mg de vitamine B12, mon cousin, vitamine mon père. Vitamine B12, не столько-то миллиграммов, а столько-то нужно le было положить. Le beau-père du cousin de ma belle-mère, de ma mère. Отчим моего двоюродного брата, сестры моей матери, он сказал, что так нельзя употреблять. Окей, j'y crois pas, ça marche pas. Я не верю, так не пойдет. C'est pas légal. Это нелегально. Les produits pas. Продукт не пойдет, не Qu'est-ce работает. Qu'est-ce qu'il y a marqué ici sur l'application? Что здесь написано на контракте? Mais c'est quoi cette vidéo? А что это за кассета видео? Et pourquoi le kit a marqué ça? Почему в ките написано такое? Oui, mais ça fonctionne pas, ça vient. Да, но это не пройдет, откуда это идет, а кто производит это? Бла-бла-бла, болтовня, 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 бла-бла-бла. Бла-бла-бла, бла-бла. Болтовня, да? 100%. 100%. Всегда одно и то же происходит. Vous expliquez? Вы объясняете. Objection. И вдруг возражение. 100%. 100%. Qu'est-ce qui se passe? Что же происходит? Alors, écoutez bien. И послушайте хорошенько.
Tout commence là. Все начинается в этот момент. 99% des gens 99% людей veulent répondre. Они хотят ответить. Vous allez me dire, c'est normal. Вы скажете, это же нормально, естественно. Vous voulez répondre. Вы хотите ответить на вопрос. Et vous rentrez dans son jeu. И вы входите в игру этого человека. 100%. C'est ce que fait 99 personnes sur 100. Это делает 99 человек из 100. On rentre dans son jeu. Мы входим в игру этого возражающего. Mais non, mais fais pas de soucis, la vitamine да ну что B12, это, не забудьте, витамин B12, это потому что в таких дозах, что витамина Е здесь побольше. Mais le qui te fait pas de soucis, la compagnie elle va arranger ça. J'ai parlé avec le président. Я с президентом говорил, он сказал, il m'a dit что il allait arranger la virgule, le point qui manquait sur la page. Он мне обещал, что на 12-й страничке он запятую поставит в конце концов. Okay. Сам президент. Okay. Non, non, mais la vidéo, tu vas voir la traduction, elle fait comme ça. Okay. Ну что ты, что-то видеокассет на перевод, ну может быть что-то не удалось, но все исправит, исправит. Бла-бла-бла. И опять болтовня. Бла-бла-бла-бла. Okay. Okay. Et tout le monde tombe dans le panneau la plupart du temps. И все теряют свое время. On veut justifier. Мы хотим оправдаться. On veut répondre. Мы хотим отвечать. Et on rentre dans son jeu. И мы входим в игру этого человека. C'est fini. Все кончено. Vous avez perdu. Вы проиграли. Dehors. Можете выйти за дверь. Out. Exit. Все. Out. C'est fini. Все. Вышло. Terminé. Все кончено. Vous avez déjà perdu. Вы уже все проиграли. Ça fait 3 minutes que vous parlez avec lui. 3 минутки вы только говорите с человеком. Иногда это 1 минута достаточно, и вы проиграли. Et vous avez déjà perdu. Вы уже проиграли. Voilà. La première chose, вот так вот. И первая вещь. Ça commence là. Начинается здесь. Je vous ai dit tout à l'heure, я вам недавно сказал, que les personnes avaient besoin de vous suivre. Что людям необходимо за вами идти. Ils avaient besoin de vous sentir fort. Они нуждаются в том, чтобы почувствовать вас сильными. Comment suivre quelqu'un, как пойти за человеком, que l'on sent pas puissant, которого мы не чувствуем мощным? Comment suivre quelqu'un, si on sait pas où il va? Как мы можем идти за человеком, который не знает, куда он идет? Vous suivez personne, vous. Вы ни за кем не идете? Si vous sentez qu'il sait pas où il va. Если вы чувствуете, что вы не знаете, куда этот человек идет. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? И что же нужно делать? Vous parlez. Вы говорите. Et vous attendez l'objection. И вы ждете возражения. L'objection, vous savez, un peu tordu. Знаете, немножко такое кривенькое возражение подходит. Ça arrive toujours. Всегда подходит. 100%. На 100%. À ce moment-là. В этот момент. C'est très important. Это очень важно. Stoppez tout. Все остановите. Arrêtez tout. Остановите все. Tout de suite. Сразу. Tout de suite. C'est сразу. Très important. И это очень важно. La personne, elle vous écoute pas. Человек вас не tout слушает. Ce que vous pouvez dire, ça sert à rien. Все, что вы могли ему сказать, y'a это ничему не служит, потому что доверия к вам нет. Y'a aucune puissance. Нет никакой мощи в ваших словах. Y'a rien de sérieux. Ничего нет серьезного. À ce moment-là, и в этот момент, à la première objection, при первом же возражении, stop, stop, vous stoppez tout. Вы все останавливаете. Et là, и в этот момент, vous le regardez. Вы смотрите на человека. N'oubliez pas, hein? Не забывайте. C'est un business de personne à personne. Это человек, это история одного человека и другого человека. C'est un business d'émotion, hein? Это бизнес эмоций. L'émotion transmet l'émotion. Эмоции передаются эмоциям. Les gens prennent des décisions uniquement par rapport à vos émotions. Люди принимают решения только в соответствии с теми эмоциями, которые вы им передали. Et pas par rapport à des agréments, une vidéo, а не потому, что вы им показываете дистрибьюторские видеокассеты или разрешение на продукт. Alors, il faut tout stopper. И нужно все остановить. Il faut regarder. Нужно посмотреть. Et il faut lui dire, dis-moi. И нужно ему сказать, скажи. Et il faut bien regarder, hein? И нужно хорошенько на него посмотреть. À ce moment-là, c'est très important, hein? В этот момент это очень важно. Je l'ai fait, hein? Я это делал сам. 100 000 fois. 100 000 раз. Je vais vous expliquer quelque chose après. Я хочу вам потом объяснить кое-что. Il faut regarder, il faut lui dire, dis-moi. Итак, нужно на него посмотреть и сказать. Tu crois que je quoi? Je fais quoi, là? Скажи мне, ты думаешь, что я сейчас делаю? Que je perds mon temps? Что я теряю время здесь свое? Tu crois que je fais quoi, là? Ты думаешь, чем я здесь занимаюсь? Que je m'amuse? Что я развлекаюсь? Tu sais, je préfère passer 2 heures avec ma famille. Ты знаешь, я предпочитаю 2 часа провести с своей семьей. Je m'amuse pas, là. C'est très я sérieux. Здесь не веселюсь. Это серьезно. И je это очень серьезно. Я не могу терять своего времени. Là, ce moment, là, je travaille, là, в этот момент я работаю. C'est important. И это важно. Tu vas comprendre pourquoi, ты поймешь, почему, c'est important. Если ты послушаешь этот разговор. И это важно. Mais j'ai pas de temps à perdre. Но я не могу терять своего времени. Je préfère aller m'amuser. Я предпочитаю пойти passer повеселиться. Du temps avec ma famille. Провести время с моей семьей. Que de passer du temps avec toi. Чем проводить время с тобой. Ça sert à rien. Это ничему не служит. Tu comprends? Ты понимаешь? Je m'amuse pas. Я не веселюсь здесь, не развлекаюсь. Здесь не написано «дурак» на лбу. Okay. Okay. Il faut regarder. Нужно смотреть на человека. Alors, dites-moi une chose. И скажите ему одну вещь. Je l'ai fait des milliers de fois. Я это делал 1000 раз. On l'a tous fait pour les leaders. Мы все это делали. Il y a jamais никто, une personne, ни один человек, qui s'est levé, qui est parti, который ушел при такой встрече. Jamais. Никто. Никогда. Au contraire. Наоборот. Il se passe quelque chose. Происходит кое-что.
à ce moment-là. В этот момент. La personne, ouf, elle человек, redescend. Оп, и опускает. Elle comprend pas. Он не понимает. Dans sa tête. В его голове. Elle se dit. Он себе говорит. Cette personne ne veut pas perdre du temps. Этот человек, он не хочет терять своего времени. Alors moi, je perds pas du temps. И значит, я тоже с ним не потеряю моего времени. C'est le subconscient qui travaille. Работает уже подсознание. Si vous faites pas ça, если вы этого не делаете, tout ce que vous pourrez dire, все, что вы можете ему сказать, ça, это входит в одно ухо и вылетает из другого уха. Ça sert à rien. Это ничему не служит. À la première objection, при первом же возражении vous cassez. Вы ломаете. Tout de suite. Сразу же. Tout de suite. Сразу. Vous faites comprendre à la personne, вы даете понять человеку, que vous êtes pas là pour vous amuser. Что вы здесь не для того, чтобы развлекаться. Pas là pour perdre du temps. Не для того, чтобы терять ваше время. Ça vous intéresse pas de parler avec lui. Вас не интересует разговор с этим человеком. Et vous êtes pas là pour passer deux heures avec lui. И вы здесь не для того, чтобы два часа с ним проводить. Pas pour l'instant, parce que vous l'avez pas décidé. На сегодняшний день это не так, потому что вы этого еще не решили для себя. Okay. Okay? Vous parlez, vous travaillez. И вы работаете, вы Et говорите. Quand vous travaillez, а когда вы работаете, vous rigolez pas. Вы не развлекаетесь. Et vous avez envie qu'on vous écoute. И вы хотите, у вас есть желание, чтобы вас слушали. Parce que votre temps, il est précieux. Потому что ваше время ценно. Ça, ça s'appelle это называется le respect de soi-même. Уважение к себе самому. Okay? Okay? Le respect de soi-même. Уважение к себе самому. Hein? C'est très important. И это очень важно. Alors, il se passe quelque chose de fantastique. И происходит фантастический момент. Et à tous les coups. Сразу. La personne, человек, оп, и опускается. Elle comprend. И она, он понимает. Que vous voulez pas perdre du temps. Что вы не можете терять своего времени. Et dans sa tête, c'est un phénomène. И происходит феномен в его голове. Il veut pas perdre du temps. Он не хочет терять времени. Je vais pas perdre du temps. Я не потеряю с ним времени. Et il va vous écouter. И он будет вас слушать. Et à ce moment-là, и vous pouvez момент, commencer à expliquer ce que c'est начинать PTO. Объяснить. Parce que là, потому что в этот les момент, messages, il va les entendre. Он будет слышать то, что вы хотите до него донести. Avant, ça sert à rien. А до этого не служит ничему объяснение. Alors, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? И что же происходит в этот момент? Alors, à ce moment-là, и в этот момент, une fois que la personne est prête à vous écouter, нужно, чтобы человек был готов вас слушать. Vous lui expliquez ce que c'est que le network и вы marketing. Ему объясняете, что такое сетевой маркетинг. Network marketing dans сетевой le monde. Маркетинг в мире. Dites-lui, скажите ему, qu'il y a de plus en plus de chômage dans le monde. Все больше и больше безработицы Dites-lui, в мире. Dites-lui, toutes les grandes compagnies sont en train de licencier. И сейчас очень многие компании выбрасывают за дверь своих сотрудников. 20 миллионов дистрибьюторов dans le monde. Скажите, что существует 20 миллионов дистрибьюторов в мире. Dites-lui, c'est 100 milliards de dollars. Скажите, что это 100 миллиардов долларов. Dites-lui, qu'il y a 54 millions de gens qui travaillent déjà à la maison. Есть 50 миллионов человек, которые работают дома. Dites-lui, qu'il y a 18% de gens qui travaillent déjà à temps partiel. Скажите им, что La population active, 18% de la population active qui travaille déjà à temps partiel. 18% активного населения работает частично. Dites-lui qu'il y a de plus en plus de compagnies qui cherchent de nouvelles modes de distribution. Скажите им, что все новые и новые компании ищут новые способы распространения своих продуктов. Dites-lui que les étudiants qui sortent de l'université ne trouvent pas travail. Скажите им, что студенты, которые выходят за двери своих университетов, не находят работы. Скажите это ему. Il le sait. Он это знает. C'est un pulse. Это такая маленькая головоломка в его голове. И в ней есть дырочки. И когда вы ему начинаете это объяснять, вы заполняете эти дырочки. И он скажет, он же прав. Parce qu'il sait потому что этот que человек знает, что студенты не находят работы. Il sait que les grosses compagnies он знает, pas что большие компании безостановочно выбрасывают за двери своих il сотрудников. Sait qu'il y a de plus en plus de chômage. Он знает, что все больше и больше безработицы в мире. Il le sait. Он это прекрасно знает. Et là, il va se dire, и тогда он себе скажет, il a raison. Он же прав. Il va voir quelque chose. И он увидит кое-что. Futur. Будущее. Distribution. Дистрибуция. Il va savoir, и он поймет. C'est tout ce qu'il va savoir, hein? Это единственное, что он узнает. C'est pas un travail, это не работа à court terme. На короткий срок. Ça fait partie du futur. Это будущее. Et c'est ça qui est important. Именно это важно. Il faut juste qu'il comprenne ça. Нужно просто, чтобы он понял это. Il rentre pas là-dedans, он не входит в это. S'il doit rentrer, и а если он должен войти, pour deux ou trois ans, на 2-3 года это не будет длиться. Toutes les tendances, все будущее. Lui montre, все тенденции ему доказывают, что это будущее. Network marketing. Сетевой маркетинг. Et là, vous lui donnez tous les points и тогда вы ему рассказываете о всех моментах. Deuxième point. Второй момент. Là, в этот момент vous parlez des produits. Вы рассказываете о продукте. Produit 100% naturel. Продукт 100% натуральный. Produit d'impact. Быстрого действия. Высокого качества. Pas cher, недорогой. Facile à prendre. Легкий в употреблении. Un plan marketing hyper rémunérateur. План маркетинга супер-супер высоко оплачиваемый. Modern.
современный. Facile à expliquer. Легкий в объяснении. Facile à transmettre. Легкий в передаче. Là, vous lui montrez une cassette vidéo. И тогда вы ему ставите видеокассету. Avec des gens sur le podium et des gens qui gagnent de l'argent. С людьми на сцене, которые зарабатывают деньги. Là, vous lui montrez vos chèques. Тогда вы ему показываете ваши чеки. Après, il y a un troisième point. После этого возникает третий момент. Là, ça a duré une heure et demie, hein? Уже все длилось полтора часа. Mais là, c'est du bon travail. А сейчас, но это хорошая работа. Là, vous perdez pas votre temps. И вы не теряете ваше время. Après, il y a un troisième point. Итак, третий пункт подходит. Très important. Очень важный также. Troisième point. Третий пункт. Moi, j'appelle ça... Я это называю... Parler avec le cœur. Разговор с сердцем. Vous savez... От всего сердца. Comme les enfants. Вы знаете, это как дети делают. C'est bizarre, comme les adultes. Странно. Взрослые... Ils arrivent plus à parler avec le cœur. Им уже не удается говорить от всего сердца. C'est étrange. Это странно. Allez savoir. Ну, нужно это вновь научиться. Это là, делать. À ce moment-là, и в этот момент il faut parler de la personne, нужно говорить о человеке, que vous avez en face de vous. Который перед вами сидит. Là, il faut parler avec son cœur. Тогда уже нужно говорить о всего là, сердце. Si vraiment, именно в этот si момент, vraiment vous avez envie d'aider les gens, comme j'entends des gens parler comme ça, если действительно у вас есть желание помочь людям, c'est là qu'il faut l'exprimer. Именно в этот момент нужно все выразить. C'est là qu'il faut transmettre. Именно в этот момент нужно передать все ваши чувства. Là, on parle de la personne. Именно в этот момент мы говорим о человеке. Qu'est-ce qu'il faut lui dire? Что же нужно сказать ему? Il faut lui dire. Ему нужно сказать. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Что ты делаешь в жизни? Combien tu gagnes? Сколько ты зарабатываешь? Est-ce que tu es content de ce que tu fais? Ты доволен тем, чем ты занимаешься? Tu es marié? Ты женат? Tu as des enfants? Может, у тебя есть дети? Tu envoies tes enfants en vacances? А ты на каникулах своих детей посылаешь? Tu aimerais envoyer tes enfants dans une école privée? Ты хочешь отправить своих детей в частную школу? Tu as envie d'avoir ta maison? Ты хочешь иметь свой собственный дом? Tu as envie d'avoir ta voiture? Ты хочешь иметь машину? Tu as envie de donner l'exemple à ta famille? Ты хочешь подать пример твоей семье? Tu as envie de voyager? Ты хочешь путешествовать? Tu as envie d'être libre? Ты хочешь быть свободным? Il faut lui dire. И нужно ему сказать. Qui que ce soit. Кто бы то ни il faut было, regarder, il faut нужно lui dire. Ему посмотреть, ему нужно сказать. Comme vous le pensez. Как вы это думаете? Parce que... Потому что il faut lui dire. Нужно il faut pas oublier quelque chose, hein? Нужно ему сказать, не нужно, чтобы ты забывал одну вещь. Juste pour te le rappeler, hein? Просто так, напомни. Un jour ou l'autre, однажды tu vas mourir. Ты умрешь. Tout le monde meurt. Все умирают. Moi aussi. Я тоже умру. Tout le monde. Все. N'oublie pas ça, hein? Не забывай этого. Tâche de pas l'oublier. Hein? Tu sais, il y a un phénomène qui est bizarre. Знаешь, странный феномен происходит. Beaucoup de gens ont observé. Многие люди. Tous les gens. Говорят, что qui sont sur leur lit de mort, все те, кто лежат на своем предсмертном ложе. Tous, hein? Все эти люди. Il se passe quelque chose de bizarre. С ними происходят странные вещи. Ils se refont tous. А у них у всех прокручивается. Le film de leur vie. Фильм их прожитой жизни. Tous. У всех. Alors à ce moment-là. И в этот момент. Tu vas dire. Ты скажешь. Qu'est-ce que j'ai fait? А что же я сделал? Qu'est-ce que j'ai fait dans ma vie? Что я чего я добился в своей жизни? Rien. Ничего. J'ai même pas été capable de donner l'exemple à mes enfants. Да, я даже не был способен дать пример моим детям. J'ai gagné $1000 par mois pendant des années. Я зарабатывал в течение долгих-долгих лет $1000 в месяц. Ma valeur, в течение 50 лет моя ценность это $1000 в месяц. Rien. Ничто. Les cimetières, кладбище, ils sont plein de gens comme toi. Они заполнены такими людьми, как ты. Plein. Их много. Alors, tu sais ce qui est grave? И знаешь, что страшно? C'est 4-2 heures. Что два часа назад tu savais pas, ты не знал ничего. Qu'on pouvait monter sa propre affaire, ты не знал, что мы можем поднять свое личное дело avec un faible investissement. С очень слабыми инвестициями. Mais aujourd'hui, tu le sais. Но сегодня ты знаешь. Alors si tu meurs comme ça, и если ты так умрешь, c'est ton problème. Это твоя проблема. Et c'est ta vie. Это твое время. Et le pire, и самое худшее, c'est que tu vois, tu as quelqu'un qui est en face de toi, в том, что когда человек стоит перед тобой, et qui est prêt à t'aider, и что перед тобой стоит человек, который готов тебе помочь. Tu comprends pourquoi j'ai pas de temps à perdre? Ты теперь понимаешь, почему я не могу терять свое время? Tu comprends pourquoi je te dis quand je parle et quand j'explique que c'est mon business, c'est important? Теперь ты понимаешь, почему, когда я говорю и когда я рассказываю о моем бизнесе, это важно? Okay, il faut le dire ça aux gens. И нужно это говорить людям. Mille fois. Тысячи раз.
Okay. Et dès le lendemain, et со следующего же дня, vous préparez un plan de travail. Вы готовите план действий. Dès le lendemain, vous avez une liste de noms. Со следующего же дня, вы приготовите. Dès le lendemain, vous prenez des rendez-vous. Назначаете вы встречи. Dès le lendemain, vous faites des rendez-vous téléphoniques. Проводите встречи по телефону. Dès le lendemain, vous allez voir des personnes, des вы amis à lui. Вы идете, друзей его встречаете со следующего et дня. Et ils vous écoutent. И они слушают tout suite. Вас. Сразу же dès слушают. Dès le lendemain matin. Со следующего дня вы это начинаете делать. Tout suite. Сразу же. Et au bout de deux jours. И через два дня. Trois jours maximum. Через три дня максимум. Vous essayez de faire en sorte qu'il monte sur un podium. Вы сделаете так, чтобы он вышел на сцену. Avec un plan. Par exemple, qu'il explique plan. Le plan marketing. Чтобы он объяснил, например, план маркетинга. C'est trois minutes pour expliquer un plan. Это три минуты объяснения плана маркетинга. N'importe qui peut le faire sur un podium. Любой это может сделать на сцене. Pourquoi vous attendez trois mois pour mettre les gens sur un Почему podium? Почему вы ждете три месяца, чтобы выпустить людей на сцену? Ils ont tous peur, les gens, de monter sur un Они podium. Все боятся выходить на сцену, люди. С этой речью со следующего же дня вы начинаете работать с человеком. Или через 48 часов, или через 3 дня вы его выводите на сцену. 5 минут, 3 минуты. Если есть люди, которые вам говорят, oui, mais faut faire attention parce que c'est un nouveau. Да, ну осторожнее, это же новенький человек. Il faut que la réunion elle soit carrée. Нужно, чтобы все-таки собрание прошло очень J'ai хорошо. Technique pour ça. Но для этого есть техника. La personne qui monte la première человек, fois который podium. Первый раз выходит на сцену, Soyez honnête. Будьте честными. Messieurs, dames, господа, je tiens à présenter. Я хочу себя представить. Меня зовут Филипп Робияр. C'est la première fois que je monte sur le podium. Первый раз я выхожу на сцену. Alors je veux faire du mieux. И я хочу сделать лучше. Que je peux. Лучше, чем vous могу, le plan de marketing. Чтобы рассказать вам о плане маркетинга. Excusez-moi si de temps en temps je bégaye. Извините, если иногда я буду заикаться. Mais je vais faire du mieux possible. Но я сделаю лучше, чем смогу. Je vous remercie. Я вас благодарю. Tout le monde. Все. Dans la salle. В зале. Se met à sa place. Становится на его место. Et ça se passe toujours И всегда bien. Происходит все прекрасно. 1000%. На 1000%. Vous arrivez un moment, вы доходите до того момента, où vous travaillez même pas, когда вы даже уже перестаете работать. Avec quelqu'un qui rentre pas 100% avec vous tout de suite. Вы не работаете уже с человеком, который сразу же на 100% не идет за вами. Jamais. Вы никогда не будете работать уже с ним. Jamais. Никогда. Qui que ce soit. Какой бы ты Quoi ни был человек, что бы он ни был, нам наплевать. Так complètement. Нам абсолютно начихать на это. 100%. На 100% он должен быть с вами. Vous. И сразу же с вами. Vous allez voir. И вы увидите. C'est ça, être un professionnel. Именно это значит быть профессионалом. Je parle pas d'atteindre certains niveaux du style millionnaire ou du style gold dans certaines compagnies. Я не говорю, что нужно в определенных компаниях достичь уровня миллионера или гольда. C'est pas ça, professionnel marketing. Не это профессионал сетевого маркетинга. Un professionnel, c'est quelqu'un qui va dans un village de 500 habitants et qui fait une organisation internationale. Профессионал – это человек, который едет в маленькую деревеньку, в которой всего 500 человек жителей, он сделает, начиная с этого, миллионную организацию международную. Parce qu'il va trouver 5 ou 6 personnes. Потому что он найдет там этих 5-6 человек. Parce que les gens vont suivre. Потому что люди за ним пойдут. Parce que tout le monde. Потому что все. Envie d'améliorer sa qualité. Желает улучшить свое качество жизни. Tout le monde. Все vous en avez это. Plein autour de Их vous. Их колоссальное количество вокруг вас. Il suffit simplement Достаточно просто-напросто, чтобы они за вами пошли. Il suffit simplement Достаточно просто-напросто, чтобы вы были достаточно мощными, чтобы человек Ça, за вами пошел. Attitude. И это отношение d'homme d'affaires. Без делового человека. Et de femme d'affaires. Или же деловой женщины. Si vous n'avez pas une attitude d'homme d'affaires et de femme d'affaires, vous ferez jamais des affaires. Вы никогда не можете заниматься делами серьезными, если у вас нет отношения делового человека. Les hommes d'affaires et les femmes d'affaires, ils perdent pas leur temps. Деловые люди не теряют свое время. C'est un énorme business en Russie. Это колоссальный бизнес C'est в России. Business. Это ваш бизнес. Soyez-en fiers. И будьте горды этим бизнесом. Уважайте его. И уважайте себя. Каким образом вы будете зарабатывать деньги? J'espère que vous okay. avez tous noté le message. Я думаю, что вы все это записали. Respectez vous. Уважайте себя. Respectez votre compagnie. Уважайте вашу компанию. N'oubliez jamais si un problème c'est de votre faute. И никогда не забывайте, что если у вас возникает проблема, это по вашей Et вине. Uniquement de votre faute. И только по вашей вине. Vous devez travailler sur vous-même. Вы должны работать над вами самими. Cherchez pas les solutions ailleurs. Не ищите решений вовне. Et c'est pareil pour tout le monde, hein? Все одинаковы мы. Les distributeurs. Дистрибьюторы. Les gens du staff. Люди из администрации. La direction, tout le monde c'est pareil. Дирекция, все мы одинаковы. On grandit parce qu'on мы grandit растем, à l'intérieur. Потому что мы в глубине нас самих растем. On cherche pas les solutions ailleurs. Мы не ищем вовне решений.
C'est pas un secret. Это не секрет. Tous les grands maîtres, ils savent ça. Все великие мэтры это знают. Vous allez qu'à tester, vous allez voir. Вам только это нужно протестировать. Travaillez sur vous-même. Работайте над вами самими. Faites des efforts. Делайте, прикладывайте усилия. Donnez. Давайте. Donnez. Давайте. Sans attendre de recevoir. Не ожидая, что вы получите обратно. Vous verrez, c'est la vie qui vous paye. И вы увидите, что жизнь вам заплатит за все. Et si vous y croyez pas, и если вы это не верите, et bien vous prendrez des gifles. Когда вы будете получать пощечины. Et si un jour vous changiez. Но однажды вы изменитесь. Sinon vous resterez rien. Иначе вы останетесь ничем. Rien. Вы будете ничем.